удовольствие. Спасибо вам большое за то, что вы откликнулись на наш призыв и примете участие, мы надеемся, в нашем очередном проекте, очень важном для нас, для нашей организации. Вот, да, отдел социокультурных коммуникаций. Он появился в 2015 году, но как структура, которая работает в Русском музее с 91 года. То есть с 91 года ведется арт-терапевтическая работа и работа с людьми с инвалидностью в музее. Собственно, команда у нас уникальная. У нас есть и художники, и искусствоведы, и арт-терапевты. Все вот как раз вот в этом пространстве работают, и находятся и творят. То есть это для меня проект первый такой большой, можно да, сказать. И вот для отдела, хоть это уже второй проект, второй раз проходит арт-превращение, но тем не менее он все равно немножко экспериментальный, хочу вас сразу предупредить, поскольку все равно очень много неизвестных факторов. Мы как раз надеемся, что благодаря вашей поддержке и помощи все будет хорошо и получится для всех, всем получится получить какое-то удовольствие. Вы на адресных встречах будете ли предлагать какие-то идеи, или здесь табу, и мы готовимся на обратную связь участников? Ну, мне кажется, что будет классно, если все выскажут свои идеи, но тут хотелось бы, наверное, обратить внимание, что наши идеи нам легче выразить и выполнить, чем тем людям, которые приедут сюда по ряду причин. Поэтому, конечно же, важно для них дать им возможность высказаться, ну и хотя бы как-то услышать их. У нас есть тоже такое желание и задача использовать вторсырье, да, поскольку не хочется покупать то, что потом останется, и непонятно, ну, что. Ну, так, эта повестка сейчас очень актуальна. Ну да, то есть для нас она тоже актуальна. Юлия как раз занимается вот этой общей как бы концепцией. Да, это такая глобальная как бы форма воображаемого музея. То есть какой музей, ну какого музея пока не существует, но как бы его стоило бы вообразить. Надо сказать, что я сам в первую очередь в школьные свои годы был посетителем Русского музея, и всего вот этого еще не было. Ни отдела социокультурной коммуникации, да и не все были согласны поставить даже тот же самый стул в зале. И я посещал музей в составе группы, с своим классом. Ну, часто, например, папе приходилось носить меня на руках. Это факт. Существуют две основные модели инвалидности. Это медицинская модель, которая рассматривает инвалидность как нечто, что необходимо лечить. И, собственно, есть вторая модель, которая, согласно которой инвалидность — это социальный феномен, который представляет собой притеснение, проще говоря, здоровых, в смысле людей с инвалидностью со стороны здоровых, нормотипичных людей по причине каких-то нарушений. Очень важно, мне кажется, в каждом конкретном случае не стесняться спрашивать человека, как, грубо говоря, сделать именно для него условия, в данном случае пребывания в музее, комфорт. Да. Собственно, этика общения с людьми с инвалидностью должна строиться на принципе сначала человек, то есть не аутист, а человек с аутизмом, потому что в первом случае, получается, мы навешиваем какой-то ярлык. Во втором случае мы признаем, что
первую очередь, это человек, вот, у которого есть расстройство аутистического спектра, из которого вытекают определенные особенности. Но это все равно человек с его переживаниями, с его чувствами, с его желаниями, какими-то амбициями. Мы хотели бы предложить вам назвать себя и сказать о том, какие у вас ожидания и опасения по поводу предстоящего проекта. И я, пожалуй, начну с себя. Меня зовут Альфия. Я жду от этого проекта плодотворной работы, в первую очередь своей. Вот, я волнуюсь перед работой, потому что каждая новая группа – это новый опыт. И... Полина? Полина. Я обычная школьница, мне 17 лет. Не так давно в добровольчестве, буквально пару лет. И общение с людьми с особенностями – это для меня совершенно новый опыт. Поэтому я несколько волнуюсь перед этим событием. Но мне кажется, что это должен быть очень интересный опыт. Я этого боюсь, но мне это безумно интересно. Меня зовут Олег, я по первому образованию врач, но лет 40 работаю профессиональным художником, на самом деле. Опасения были, ну, у некоторых прозвучало, что опыт взаимодействия у меня такой первый, и поэтому опасения такие были, но они уже развеяны, поскольку будете вы помогать. Для меня это первый опыт, поэтому я не совсем знаю. Спасибо Юре, кстати, сегодня за лекцию, очень классная. Для меня это было очень информативно. Вот, поэтому опыт приобретается. Надеюсь на вашу помощь. У нас предстоит 16 сентября большой проект, который называется «Проект превращения 2021», на котором мы будем трудиться над созданием разных-разных объектов. Сейчас я хотела бы предложить всем познакомиться, ну, просто назвать свое имя и о том, ваши ожидания, может быть, что-то вы ждете, может быть, вы уже предполагаете, что будет. Или, может, что-то, что вы любите делать, мне кажется, очень интересно. Меня зовут Елена, а вот делать вы любите руками? Руками? Да, руками, голосом, телом, может, вы хотите поделиться. Я только что физкультуру и стихи вот рассказывала. Лена, да. Харитонова. Я вообще собираюсь начать рисовать натюрморты. Все пейзажи рисовала, теперь буду натюрморты рисовать. Куплю новый альбом, буду натюрморты рисовать уже. Я в последнее время сильно абстракцию люблю. А как вас зовут? Татьяна Трапезникова, меня зовут Татьяна Валентиновна. Меня зовут Анна. Это можно, ну, будет собирать красивый букет и листьев. Вот, это как-то, ну, вот эти вот гербарии делать. Потом, вот, ну, вот эти вот гербарии наклеивать на ветки обычные. Совершенно отличающиеся друг от друга. Бывают классические, где висят картины на стенах, да, бывают изображения, где вот стоят скелеты животных, потому что их тоже нужно передавать, да, из поколения в поколение эти знания. Бывают... Ну что же, если мы резюмируем, да, вот то, что я записала, значит, прозвучали слова такие. Музей сказки, необходимы природные материалы, ткани, разные, светлые в том числе. Как в нашем городе, не питают вам музей. Как раз есть. Не хватает солнца. Что? Да, написала. Ну, вы все согласны на пасмурные дни? Солнечные пасмурные. Я да. Мне тоже нравится. И мне нравится. Хорошо. А есть кто-то, кто никому не нравится? Ну вот если нет возражений, тогда можем с этим работать уже.
поле. Это отличная идея. Там может появиться петух и павлин, появится тарелка, которую Денис принесет. Принесешь? Ну, например, да? Там. Хочу задать вопрос. Настя, скажи, вот мы сейчас придумали, что будет музей, в котором мы будем представлять всякие штуки. Вот ты бы хотела попробовать себя в роли того, кто рассказывает в музее. Ты же говорил, что ты любишь. Ты бы рассказала, например, о портрете, который ты нарисовал рэпера? Тимати. Ты бы рассказала кому-то, вот, ну, человеку, который бы пришел в музей твоей картины, ты готова ему будешь рассказать про нее? Готова. О, супер. Так, супер. Так, сейчас спереди. Иосиф, а ты готов будешь рассказать незнакомому человеку про павлина и петуха? Или про петуха только, или только... Про петуха! А готов минуту целую рассказывать про петуха, много всего рассказать? Готов поговорить прям про петуха с человеком? Петуха есть крылья и клюшка, гребешок, бородушка, ножки, пальчик с когтями. Супер, мне кажется, это отличная презентация. Но ты готов это рассказывать незнакомому человеку, Иосиф? Да! А, может быть, человек с поддержкой. Спасибо всем, кто приехал, пришел и, может, прилетел сюда на арт-лабораторию «Арт-превращение 2021». Да, я слово передам Ольге Всеволодовне Платоновой, которая как раз инициатор этой идеи. Спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья. Я сейчас стояла на ступеньках и вела такой сложный подсчет, сколько лет проходят творческие мастерские в стенах Русского музея. Вот у нас в этом году предюбилейная мастерская. Первая мастерская случилась 24 года назад. Действительно, был трудный год, когда мы были оторваны от друзей, от музея, от культуры. Мы научились жить в этих сложных обстоятельствах. И пришло время нам отреагировать наши чувства. И давайте помашем тем музеям, которые уже сегодня у нас присутствуют, и они могут расходиться по своим местам. Музей МОС, помашите нам! Мы будем ждать через полтора часа в 13:30 ваш воплощенный музей. Смотрите, вот еще люди. И можно вот здесь, ну, например, просто разрисовывать. Мне очень понравилось концептуализировать с нашими участниками. Они на самом деле все умеют, все знают. Им нужно просто чуть-чуть больше уверенности. И чуть-чуть чаще встречаться с другими людьми. Это очень помогает. Мы очень усердно готовимся, и накануне удалось взять интервью у всех участников. Они рассказали о том, что они хотели бы изменить в социуме, в обществе, что для них музей. И у нас родилась вот эта идея создания музея внутреннего мира. И так сложилось, что работы этих ребят мы взяли за основу и трансформировали их на вот эти вот полотна, которые здесь. И вот это вот цветное полотно, это тоже была прежде разработанный эскиз. Вот я сейчас здесь. Учусь. Санамана. Я учусь. Это красиво. Очень. Это. Супер. Это. А что это? А что это обозначает, Леша? График. Да, я знаю, что. А, это график? Да. А это как график чего? Дежурство. Кстати,
Давай последний вот. Кстати, сюда, а ты что по поводу пентаграммы скажу? Это не совсем сатанинский символ. Все готово. Прогладим, ладно, еще мальчик? Как выступает как защитный вот. Ну, короче, как защитный оберег. То, что позвал, я прям очень рад, что сюда попал. Здесь очень классная компания. Я имею в виду сам вот этот социальный отдел русского музея. И мне очень понравились участники, они прям классно включились. Какие-то опытные ребята очень быстро как-то отреагировали на все наши предложения и классно все сделали. И потом охотно все забрали с собой, что тоже очень рад. Ну, то есть такие, они прям... Классная компания, я очень рад. Мы говорили о чувствах, о переживаниях, говорили о любви, толстых чувствах, которые являются радостью, гневом, страхом, отчаянием, да? Вот, я говорила о том, что обязательно принесу вот такую справочку, в которой представлены все эти пять чувств, и мы уже сколько чувствуем, да? И что мы будем с вами делать в музее чувств, пользуясь вот различными материалами, и вот эти разные чувства, к которым мы хотели бы обратиться, мы и воплотим. У нас музей хорошего самочувствия, и тут такие как бы квадратики, комнатки разных. Ну, как бы мы обсуждали, что кого радует. И там вот какие-то такие тактильные штуки сделали, мягкие, в общем, что-то такое. По 4 дальше, что мы с ними будем делать? Потом. А нам нужно из них собрать, сложить полукруг, то есть их связать между собой еще раз, чтобы получилась стенка. Мне понравилось, что мы все включились, все участники группы включились в разные моменты, на разное время, кому сколько было возможно включиться, но все включались. И что в какой-то момент я как бы сама устала, я выключилась, хотя до этого я была все время включена, и все продолжало работать. Это наш общий музей. И мы разделили полностью всю ответственность вот прям поровну друг на друга. И все говорят из нашей арт-группы, что это наш музей. Портрет Тимати, меня он вообще вдохновил на этот музей. Эта девочка Анастасия Ермолаева, она очень любит рэп-музыку и предложила сделать музей портретов рэперов. Нет. А какой? А что за болеро? А что это за болеро? Болеро есть у Равеля. Да. А, это ваша? Сегодня же. А, супер. Офигеть. Это музей чувств. Каждый участник изобразил свое чувство в виде этих форм. Они все разные. Все, и все взаимосвязаны. Приглашаем вас дополнить этот музей чувств своими чувствами, повязав нити на нашу скульптуру. Добро превращает зло в тепло, любовь и счастье. Мы тебе подарим тепло, любовь. Переходите к нам. С нами вам будет хорошо. Вы будете в умиротворении. Ура! Мы добро!
наша инсталляция называется. Это фильм, который недавно с новой силой пробудился после долгого затвора. Но надписи снизу — это мое произведение. Там вроде как бы все слова такие плохие, как, ну, просто почитать надо. Но там нет ни одного правильного слова, потому что все слова завуалированы. Некоторые буквы перевернуты, некоторые вообще заменены. И это лишь ваша фантазия. Тематическая определенность. Здравствуйте. У нас есть музей посланий. Вот времени им хотят начать на Елене. И мы предлагаем каждому, кто хочет сейчас оставить свое послание на музее. Пожалуйста. Как вас зовут? Меня зовут Дим. А у меня несколько представленных своих коллектив, которые я сам вижу. Эти из картины я описывал сам. Присоединяйтесь, пожалуйста. Вселяешь надежду и веру в торце белого дня. Возьми на сражение с собой меня. Кем вы хотите? Я хочу посетителя. Хорошо. Рассказывайте, что вам кажется, чем будет этот музей сейчас, в ближайшие 3 минуты, пожалуйста. А дальше вы станете искусствоведом, а следующий человек станет посетителем. Хорошо, вот. Договорились. Добрый день, я рада вас приветствовать в музее Куба для проецирования сновидений. Этот объект располагается перед вами. Он имеет 1, 2, 3, 4, 5 сторон. На каждую сторону вы можете проецировать свои сны в течение недели. Свои самые-самые яркие, заветные или страшные сны на этих поверхностях. Просто представить. Пару недель назад в нашем музее произошел очень странный инцидент. После того, как несколько зрителей представили свои сны на этом кубе, эти предметы из этих снов материализовались в эти объекты. И сейчас мы вместе с вами можем посмотреть. Вот мы наблюдаем здесь портрет Тимати, какие-то забытые письмена, которые никогда не доходят до своих адресантов, и волшебные деревья. Вот такие экспонаты. Мишки забытые, потерянные в детстве, айпады. Об этом айпаде мальчик мечтал целый год, потом ему родители его подарили. Так и здравствуйте, господа и дамы. Меня зовут Максим, и это наша презентация. Так вот, это многокалиберные артиллерийские подзорные трубы, предназначены для того, чтобы смотреть на них на дальние расстояния. Вот, артиллерийская пара в действии. Так и добро пожаловать, господа и дамы. Музей хорошего самочувствия, он состоит из многих компонентов. Пожалуйста, каждый из участников готов представить свой голос. Да, Татьяна, вот моя работа. Я представила Южное море. Горы, песочек, корабль, солнце. В общем, теплая и сияющая погода. Спасибо. Спасибо большое. Всем здрасте. Меня зовут Анатолий. И все, что вы здесь видите, это сделано своими же собственными руками. Даже можете зайти внутрь и все это потрогать и пощупать.
А снаружи можно взять звездочку и себе даже взять пожелание, которое вы сейчас видите. Вот, а душенька нашел кот. Забота о животных, забота о людях. Это любовь, доброта и вера в будущее, что наша любовь сохранит мир. Ура! Ну, чтобы подстать музеям, и люди были так же прекрасны. Да, ну, как в царские там времена, чтобы такая одежда была. Все молодцы. Да, внешние, внутренние тоже, да. Более культуры, чтобы культуры побольше было у людей. Сережа, ну а что для вас музей? Это хранилище артефактов. Где там хранятся вещи из прошлых веков и их цивилизационное развитие, когда они, с чего начинались и чем закончились. Вот и все. Что вы испытываете, когда попадаете в музей? Радость, неожиданность, удивление бывает тоже. Вот и все. Хотели бы что-нибудь изменить в социуме, в мире? Может быть, какой-то социальной справедливости больше, может быть. Социальной справедливости? Да. А в чем она должна выражаться? В имущественном каком-то приближенности, такого разрыва большого. Ни в доходах, ни в чем, в другом.